полной таблице неправильных глаголов английского языка, часть 22. И мы с вами продолжаем изучение неправильных глаголов. Разберем неправильные глаголы, которые идут в нашем списке с 211 до 220. Итак, strike – ударять, бить. Ее форма – strike, struck, struck. Как мы видим, вторая и третья форма одинаковая. Далее, string – натягивать, нанизывать. String, strung, strung. Аналогичная ситуация. Только, в принципе, данный глагол string, strung, strung созвучен, на самом деле, многим глаголам, особенно третья форма. Например, ring, rung, да, первая, третья форма, мы знаем. Также string, strung, также, видите, какие есть, ну, какая здесь созвучность. Поэтому, в принципе, какой глагол проще запомнить, сложно сказать. Или string, strung, strung, или strike, struck, struck. Но, в принципе, эти глаголы достаточно часто употребляются в английском языке. Далее, strive, стараться, strive, strove, striven. В принципе, аналог strive это try глагол, да? I'll try to do it, я постараюсь это сделать. Sublet, сдавать в аренду. Три формы одинаковые, sublet, sublet, sublet. Ну, в принципе, знаем глагол let, позволяет let, 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 у него три формы одинаковые. Также sublet, 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 sublet. Далее, swear, клясться, ругаться, swear, swore, sworn. У этого глагола есть два основных значения, которых мы, в принципе, только что сказали. Далее, sweep, подметать, мчаться. She swept the floor, она подмела пол. She swept, swept. В принципе, здесь похоже образование форм с глаголом keep, держать, да? Keep, kept, kept. Далее, swell, разбухать. Swell, swelled, swollen. Swim. Всем известный глагол плавать, swim, swam, swam. В принципе, этот глагол, наверное, наравне с глаголом take, который чуть ниже, запомнить легче всего. Например, she swam in the ocean last summer. Она плавала в океане прошлым летом. Значит, swim, swam, swam. Далее, swing, качаться, вертеться, swing, swang, swang. И последний глагол, очень часто используемый, это глагол take. Take, took, taken. Например, she took his wallet. Она взяла его бумажник. Этот глагол знать просто необходимо, так же как глагол swim и его формы. И в принципе эти два основные глагола из всех 10. Остальные используются, но в принципе реже. Хорошо, отлично, мы разобрали вот еще 10 неправильных глаголов. В скором времени мы разберем новые неправильные глаголы из большой серии неправильных глаголов в английском языке, который состоит из 255 неправильных глаголов. Всем спасибо за внимание, до скорой встречи в следующих видеоуроках. Bye!